Всем привет! С вами канал Артмания. И Димочка сегодня показывает свою одежду, которую купила баба Лиля. Да? Ой, сейчас чихну, наверное. Будь здорова, мама. Будь здорова. Я и моя мышка. Давай посмотрим. Что, джинсовая курточка вот такую вот. Так, сейчас я... Ага, чтобы себе видеть. А, ну я почти не видно там. Дима основно видит. Такая вот джинсовая курточка, смотрите. Все Турция, баба сказала, да? Все турецкое. Здесь на 6 лет, видимо. И вот такая вот кофточка с капюшоном. Сейчас же мода одеть кофточку с капюшоном, сверху курточку, и этот капюшон поверх туда висит. Я тоже так хочу сделать для своей кожаной куртки, но не могу никак найти кофточку такой. Ну вот это вообще классно. Я тоже такую хочу. Прям офигенная просто. Мне прям очень нравится. Обычно она привозит такую одежду, мне не очень нравится. Всякие полосатые майки, все такое полосатое. Мне не нравится полосатое. Вот. И двое штанишек. Штанов, конечно, у нас вообще просто немерено на улицу. Мы даже половину не носим. Но тут вот длинненькие штанишки хорошие. Да? Что там смотришь? Одни, по-моему, одинаковые. А, нет, одни побольше, другие поменьше немножко. Но вот эти вот большие, мне кажется, неужели у меня ребенок скоро будет такой огромный? Он так медленно растет, так медленно. Да? Здесь сколько? 34? Ну, наверное, вот 6-7 лет, что ли, или нет? Фиг знает. Может, кстати, и раньше. Обычно мы начинаем раньше. Покупаем вещи побольше, и потом их долго носим, да? Так, давай с тобой садись. Давай с тобой померим вот эту кофточку. Ну, внутри, кстати, она выглядит очень много ниток. Смотрите, очень много ниток. Вот обычно покупаешь дешевую одежду, где есть смешные цены, московская ярмарка, там тоже ниток много. А тут вроде как Турция. Она даже ее стегнется, эта куртка даже. 6 лет. Ну, тут даже надо прописать, она ее стегнется, даже эта куртка. Вашингтон, медход, что такое? 100% коттон. Модель ин Чина. А, Чина, Китай, а не Турция. По-моему, обычно подписано Турция. Тут не подписано. Ну, что ты? Нюхаешь. Нюхаешь? Ну тут вообще она тоненькая. Ну ладно. Дареному коню в зубы не смотрят. Давай. Давай. У тебя чистые рукава здесь? Померяем. А то бабуля вчера звонила и говорит, Димочка померил, ему все подошло, все хорошо. А я говорю, ой, вы даже не мерили. А про себя думаю, а я уже и забыла, куда мы положили-то их. Сейчас полезла в шкаф-купе, нашла. Давай, сползай сюда. Сейчас я камеру передвину. А, ну молния даже. Ты сам пытаешься. Круглая, да, какая красивая пуговка. Давай попробуем застегнем. Она даже и застегнется. Даже она. Застегнется здесь. Молния, кстати, металлическая, хорошая. Ну-ка. А Диме-то она как раз, смотрите. Диме, она как раз какой ты моднячий будешь ходить, да? Такая, такого она цвета, довольно красивого цвета, такой необычный. Если у всех там черное, синее, да, там светло-синее, то это какой-то такой другой цвет совсем красивый. Ах ты моднячий какой. А когда я буду усилить, она молния отдается вот это. Потом ну, усилить. Да. И мышка манна? Мышка? Мышка манна. Надо было со штанами другими мерить. Ну-ка, попозируй нам вот здесь. Попозируй. Покрутись. А сзади какими дырочками прямо сделана. Такая она. Слушайте, я тоже себе такую хочу. Я тоже хочу себе такую джинсовую куртку. А это тоже ты хочешь? Да, я тоже хочу померить. Надо было нам с тобой изначально сейчас мерить вместе с джинсами. Да? Это же джинсы или со штанами? А, со штанами, наверное, носится дети. А давай лучше эту померим тебе курточку. Давай сейчас мы с тобой, знаешь, как сделаем? Сейчас мы сделаем с вами по-другому. Вот и Димочка. Ну-ка, повертись.
Вот, посмотрите, какой красивый малыш, да? У него тут капюшончик. Ну-ка, ну подожди. Вот, красивый капюшончик. И ты досмотришься в зеркальце, да? А у меня новые штаны, новые джинсы. Я, ну как джинсовые такие штаны. Такие очень мягкие, нежные. Тянутся. Где-то они сколько стоили? Меньше где-то по 1500. Меньше. Здесь у меня еще новые кроссовки. Такие очень довольно красивые. Идем, иди сюда. Идем к зеркальцу. К зеркалу идем. Идем скорее. Идем, давай ставим зеркало. Вот он, малыш. Чуть-чуть вот сюда, вот так. Сбоку встань. Вот. Какой Дима красивый. Повертись перед зеркалом. Повертись. Да. Молодец. Ну, шпагат. Порвутся. Красивый Дима. Красивый. У меня тоже такие интересные джинсы. Здесь у меня по бокам карманы. И на самом деле вот это кажется, что вот тут вот ноги такие довольно огромные, такие вот мясистые. Вот. У них высокая довольно посадка. Сейчас я... А у них наоборот, есть карманы. А наоборот покажу. Да, высокая посадка до пупка. А джинсы утепленные. То есть это на где-то на весну, на осень, где-то вот так вот. Весна, осень. Ой, нет. Ну да, холодная весна, холодная осень. Вот, да, это будет где-то вот так. Как раз к моей кожаной курточке это будет смотреться. Все очень так вот красиво. Черные штаны. Возможно, если я доношу все-таки эти вот прекрасные наши с вами кроссовочки. Сейчас на них появилась мода. Кроссовки у меня вышли в 1500. В магазине Кёда они стоят вообще 2500, то есть это гораздо дороже. Вот. Это вот так вот. Тут на этих карманы. Что там карманы? Карманы вообще огромные, длинные. Надо там туда лазить. Вот. Так. Размер, кстати, это... 31. Я мерила, взяла два размера. Это было у меня 30 и 31. 30 мне вот прям вот тут вот обвис живот. 31 нормально. Надо было все-таки брать 32, чтобы немножечко еще посвободнее было, потому что к осени я толстею обычно. Вот. Но довольно хорошие такие, они классные. Идем. 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 Ну что ты там? Иди сюда, я тебя подтяну. Идем. Идем. Иди сюда. Иди ко мне поближе. Поближе подойди. Ты такой весь красивый. Дима, такой красивый мальчик. Такой мальчик красивый. Ты такой красивый. Ты такой красивый. Сына красивый. Улыбайся. Улыбайся. Сейчас мы с тобой сфоткаемся. Улыбайся, смотри туда. Какие мы с тобой красивые, нарядные, да? Нарядные. Ты мамина зайка. Ты мамина зайка. Все. Вот такая вот у нас была с вами небольшая мода. Ну-ка, поближе ко мне подойти. Смотри, у тебя тут карман сбоку. Что ли? Карман? Ну-ка. Карман, да? А вот тут? А тут буква Н. Меня удивило, что там написано все-таки Чина. Странно. А тут, подожди. А тут? А вот тут у тебя еще карман. Ну вообще, куртка прям шикарная, да? Красавчик. Ты мамин красавчик? Ты красавчик мамин, да? Ты любовь мамина? Да. Да. Да, какой красивый Дима. Красивый. Ой, чьи-то там трусы видны уже.
красивые. Не в цветочек. У тебя мон такая, что ли? Станцуй нам что-нибудь. Сакита. 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 Сакита.